Главное за день. Боец без ноги на СВО, ДТП на льду Байкалом и НЛО над Китаем. То есть вам запретили? Да, нам сказали, это нельзя. Багульник отвечает. В ТСЖ объяснили проблемы на Пентагоне. И, конечно, это вот как бы опасно, страшно. Надо как-то с этим бороться. Как вот вопрос? Бытовые пожары в частном секторе. Как обезопасить себя и свое жилище? А сегодня мы награждаем всех тех, кто нам в 2022 году активно помогал в решении защиты нарушенных прав граждан. Борцы с несправедливостью. В Бурятии наградили неравнодушных жителей. Бузы – это все, это самое главное, что должно стоять на столе. Цена аппетитного сагалгана. Закупаем продукты на праздничный стол. События среды, 15 февраля, в материалах корреспондентов АТВ. Меня зовут Анастасия Левина. Здравствуйте. Стали известны новые подробности нашумевшего ЧП в 40-й школе. Напомним, 13 февраля там произошел пожар. Огонь вспыхнул на втором этаже здания. Вчера Петр Мордовской озвучил предварительную причину пожара. По его словам, все произошло из-за неосмотрительности работников школы. Взяли, включили в удлинитель СВЧ, включили чайник, включили зарядное устройство и все ушли. Перенапряжение сети, естественно, загорелся диван. Хорошо, что наши доблестные сотрудники МЧС потушили своевременно. Отметим, официальную причину пожара в МЧС пока не назвали. О других значимых событиях дня расскажет Кирилл Мешков. Начнем с трагедии. В Улан-Удэ 23-летний парень до смерти избил 47-летнего знакомого. Во время посиделок между ними развязался конфликт. Парень ударил своего приятеля кулаком по голове несколько раз. От полученных травм потерпевший скончался. Заведено уголовное дело. Вчера вечером на улице Ботаническая на пешеходном переходе водитель Хонды наехала на женщину. Пешеход была доставлена в медицинское учреждение, однако позже самостоятельно покинула больницу. Еще одно необычное ДТП произошло вчера на Байкале. На льду озера столкнулись квадроцикл и судно на воздушной подушке «Хивус». Пострадали водитель и пассажир квадроцикла. Их жизни ничего не угрожает. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение водителем квадроцикла правил дорожного движения. В Бурятии стали меньше воровать и больше убивать. В прокуратуре отметили, что число грабежей снизилось на более чем 20%, в то время как число убийств и покушений увеличилось на 37,5%. Морпех из Бурятии, потерявший ногу в бою, вернулся на СВО. Напомним, молодой человек с позывным «Рокот» получил увечья, когда бежал за помощью сослуживцу. Сам он родом из Кяхты, службу проходит на Черноморском флоте. Сегодня пытались прорвать оборону народной милиции ДНР 11-го полка. Военнослужащие Украины, потому что они заняли господствующую высоту, и они пытаются ее отбить. Скажу так, что с точки зрения военной отработали очень хорошо и очень слаженно. Продолжая тему СВО, зампред правительства Бурятии рассказал, сколько денег Бурятия направила на помощь бойцам. Республика Бурятия оказала поддержку специальной военной операции на сумму более 1 миллиарда 900 миллионов рублей. Наши артисты первыми из всех регионов выступили в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской народных республик. Провели большой концерт-марафон НЭКДЕ. Все собранные средства направили на поддержку специальной военной операции. Также предприятия добывающие отрасли оказали прямую адресную финансовую помощь нашим военнослужащим на сумму более 40 миллионов рублей. Также он добавил, что в санаториях Бурятии Горячинск, Коршан, Нилова пустынь участники СВО будут проходить реабилитацию после ранения. В Бурятии определили с датой проведения концерта в честь юбилея республики в Кремле. Напомним, мероприятие решили перенести из-за специальной военной операции, а сэкономленные деньги направить на помощь бойцам. Накануне стало известно, что концерт все-таки состоится в следующем году 30 и 31 мая. До наступления сагалгана осталось всего неделя. Традиционно за два дня до праздника в Улан-Удэ проведут обряд Дугжуба. В этот раз костры зажгут сразу в 11 местах во всех трех районах города. Адреса вы можете узнать на сайте городской администрации. И напоследок НЛО над Китаем. О неопознанных над страной светящихся шарах сообщили жители провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Что это было, неизвестно. Никаких оповещений об учениях не было. Власти призывают не переживать.
Пентагон снова в центре внимания. Так в простонародье называют жилой комплекс на Норильской. Вчера в эфире мы рассказали о проблемах одного из домов. На наш сюжет отреагировали в управляющей компании «Багульник». Председатель ТСЖ лично ответил на жалобы жителей. Почему в подъездах холодно, а трещины в стенах не могут заделать годами, смотрите в следующем сюжете. На днях мой коллега Александр Зуев рассказал о проблемах жилищного комплекса «Пентагон». Их действительно оказалось очень много. В прошлом сюжете мы показали точку зрения жильцов. На этот раз на вопросы ответит директор управляющей компании «Багульник». Одним из камней преткновения стала спортивная площадка, на которой мы находимся. В ней дети чистят снег сами. Вот ребятишки, которые хотят заниматься, сейчас пытаются убрать это поле, чтобы было где им тренироваться. По словам председателя ТСЖ «Багульник», снег на площадке не убирают по нескольким причинам. Во-первых, ее до сих пор не сдали в эксплуатацию, хотя фактически дети играют на ней еще с лета. Во-вторых, площадку вообще нельзя чистить. Это может повредить искусственное покрытие. Не придя в ТСЖ, не спросив, не посоветовавшись, пойти и чистить лопатами. Ну, соответственно, можно и нарушить искусственное покрытие. Вы же понимаете это? Там очищать мы не будем. Там будут только играть по снегу. Потому что вот у нас есть футбольное поле с искусственной травой. Его тоже очищать нельзя. Мы же порвем настил сам. Видимо, кроме лопат в арсенале ТСЖ ничего нет. Еще одна проблема, о которой мы рассказали, состояние подъездов. По словам местных жителей, в некоторых не было капитального ремонта минимум 8 лет. По жилищному кодексу ремонт подъездов нужно выполнить через каждые 5 лет. Мы 60 подъездов делим на 5, получается 12 подъездов в год. Показывали на риск 12, подъезд 6. Вот я вам показываю договор от 2018 года и акт выполненных работ, подписанный жителями, где написано русским языком, что ремонт выполнен. Я хочу вам просто это показать, потому что документ есть. Не забыли мы спросить и про дыры в стенах, из-за которых в подъездах не теплее, чем на улице. На это тоже оказались свои причины. В 2006-2007 годах мы этот капитальный ремонт, вот можно на Лиской 2, на Лиской 8 посмотреть, кусочками мы утепляли сами. Наш ТСЖ 3 раза или 4 раза уже проверял ОБЭП. И когда ОБЭП проверял, нарушения было не выявлено, акты были нормальные, нам сказали, ай-яй-яй, ребята, это статья не капитального ремонта, вы не имеете права это делать. То есть вам запретили? Да, нам сказали, это нельзя. После нашего разговора с Людмилой я понял следующее. С документами, может, у них все и хорошо, но на деле проблемы никуда не исчезают. Ветер из розеток, холод в некоторых подъездах и другие жалобы жильцов тому подтверждение. Верить управляшке или нет, решать вам. Но мы еще раз просим проверяющие органы обратить на это внимание. Антон Симонов, Ринчин Павлов, Жоргал Рдинеев, телекомпания АТВ. К другим темам. Пожары всегда были и, наверное, останутся одними из самых страшных бедствий. В Бурятии, например, каждый год горят тысячи гектаров леса. К счастью, за последнее время удалось существенно снизить эту удручающую статистику. Однако на первый план вышла новая проблема. Увеличилось количество бытовых пожаров. Особенно в частном секторе. Алина Котова продолжит тему. Алексей Капитонович – многодетный отец из поселка Заиграево. В частном секторе проживает практически всю жизнь. По его мнению, в споре, что лучше – свой дом или квартира, явно выигрывает первый вариант. Свое хозяйство, огород, раздолье детям. Тишина, опять же, сверху никто не топает, снизу никто не хлопает. Свежий воздух. Ну, я приверженец, скажем так, такой жизни. Но за этими плюсами кроется и одна серьезная проблема – пожары. Среди причин не только перекал печей и небрежное хранение дров. Часто возгорания в жилых домах случаются из-за неправильного использования электроприборов и неосторожного обращения с огнем. Ну, как бы, конечно, напрягает такая вот обстановка, что вот близость деревянных строений, соседи, опять же, весна вот начинают жечь, когда вот кто-то мусор, кто листья, вот это все может в любой момент загореться, вспыхнуть. Опять же, сосед не потушил сигарету, уснул. Горит все рядом, что находится. И бани, и дома, и все, и гаражи. Зимой местные жители всегда настороже. Ведь в это время в список потенциальных пожарных угроз добавляется нагрузка на электросети и печное отопление. Это, и, конечно, это вот как бы опасно, страшно. Надо как-то с этим бороться. Как вот вопрос. Конечно же, самая главная задача нашей государственной противопожарной службы, всей территориальной подсистемы РСЧС, органов МЧС России по Республике Бурятия – это профилактика. Каждый, конечно же, должен сам обезопасить себя. Нет ни одного жилого дома, где бы не побывали наши инспекторы по профилактике. В некоторых домах по несколько раз в течение года, особенно социально неблагополучные, слабо защищенные, где-то инвалиды. Конечно же, эта работа очень большая, но, естественно, ее будем только наращивать.
Окунемся ненадолго в историю. Сейчас для многих ТСК – это просто название остановки. Я, например, вспоминаю про фабрику кино. Ну а для старожилов ТСК – это, конечно, тонкосуконный комбинат. В свое время его продукция была востребована по всей стране. Улан-Удэнский тонкосуконный комбинат заработал 4 ноября 1946 года. На предприятии установили первые станки и запустили производственную линию. Становление, а затем расцвет тогда еще фабрики, во многом связаны с именем Клавдии Павловны Альцман. В 1950 году 23-летняя выпускница Ивановского текстильного института по распределению попала в Улан-Удэ. За 3 года она проделала путь от простого специалиста до директора. В период СССР Клавдия Альцман возглавляла тонкосуконный комбинат на протяжении 35 лет – с 1953 по 1970 и с 1974 по 1992 годы. В 1962 году предприятие стало одним из лидеров в стране, выпускающим качественную ткань для женских пальто и костюмов. В 70-е одежду, сшитую на комбинате, демонстрировали на выставках во Франции, Италии, Греции и Китае. В 1978 году Улан-Удэнскому тонкосуконному комбинату присвоили имя Ленинского комсомола. В сложный период перехода на рыночные рельсы Клавдия Альцман возглавила предприятие как генеральный директор. Теперь уже улан-удэнская мануфактура сумела сохранить свои производственные и хозяйственные связи. В 1995-м предприятие получило международную награду – золотую звезду «Европейская радуга». В конце 90-х стало лауреатом Всероссийского выставочного центра и занимало высокие места в конкурсах «10 лучших товаров Бурятии» и «Лидер экономики Бурятии». Однако, пережив 90-е, мануфактура не сумела конкурировать с Китаем. К началу 2000-х дешевая продукция из Поднебесной коренным образом поменяла ситуацию на рынке. В 2005-м комбинат остановил производство. Клавдия Альцман ушла из жизни 5 лет спустя. Во второй части выпуска еще больше интересных новостей. Сразу после короткой рекламы вы увидите. А сегодня мы награждаем всех тех, кто нам в 2022 году активно помогал в решении защиты нарушенных прав граждан. Борцы с несправедливостью. В Бурятии наградили неравнодушных жителей. Бузы – это самое главное, что должно стоять на столе. Цена аппетитного сагалгана. Закупаем продукты на праздничный стол. Покупай в Абсолюте выгодно. Йогурт сочный и легкий. Всего за 15,50. С заботой, ваш Абсолют. Продолжаем выпуск. За последний год в Бурятии на 30% выросло количество обращений к уполномоченному по правам человека. Нетрудно догадаться, что связано это прежде всего с проведением СВО. Каждый день власти борются с несправедливостью и решают проблемы не только военных, но и всех жителей республики. А помогают им в этом неравнодушные люди. Сегодня наградили самых активных. Алина Котова подробнее. Общественники, руководители крупных компаний и благотворительных организаций, сотрудники госорганов, студенты и школьники. Всех связывает одно – они неравнодушны к проблемам военнослужащих и их семей. А сегодня мы награждаем всех тех, кто нам в 2022 году активно помогал в решении защиты нарушенных прав граждан. По многим вопросам социальных выплат военнослужащих, по оказанию гуманитарной помощи, в целом защиты прав в судебном процессе. Поэтому сегодня мы вот решили поблагодарить, сказать большое спасибо. Защита прав военных и решение их проблем в прошлом году вышли, пожалуй, на первый план. Помогают нашим бойцам практически все. От сельских пенсионерок, которые шьют носки, до крупных компаний, которые отправляют свою продукцию на передовую. Одна из таких – кондитерская фабрика «Амта». Со своей стороны мы как кондитерская фабрика посильную помощь оказываем, то есть это сладостями, чтобы наши земляки не забывали, что мы делаем такие вкусные конфетки, в общем-то, горячо поддерживаем. Благодарственное письмо получил и Санкт-Петербургский фонд поддержки и развития бурятской культуры «Аяганга». Организация появилась больше 20 лет назад. За это время бурятское землячество северной столицы создало детский ансамбль и фольклорную группу, курсы бурятского языка для детей и взрослых. А с марта прошлого года фонд взял на себя еще одну ответственность. Мы помогаем военнослужащим, которые находятся в госпиталях Санкт-Петербурга. Взаимодействуем с Юлией Валерьевной, с уполномоченным
правам человека. Также обеспечиваем их вещами первой необходимости, приносим различные угощения. А родственники, которые ищут своих родственников, они могут обратиться в наш фонд, и мы можем проверить данные, есть ли родственники в госпиталях Санкт-Петербурга. Старшеклассники и студенты получили сертификаты за выход в финальный тур на Олимпиаде «Правовой Олимп-2022». Сразу же на месте ребятам поступило интересное предложение. Девчата, вот у нас студенток, мы вас приглашаем, можете на практику к нам приходить, в общем-то, на практику в ГПК, комитет государственной службы. А девчата, школьницы, давайте заканчивайте, поступайте на правовой факультет. Наверное, нам умные, творческие люди нужны. Алина Котова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. На этом помощь бойцам СВО не заканчивается. 18 февраля в Улан-Удэ проведут благотворительный концерт с музыкой к победе. Впервые на сцене ФСК выступит ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота. Цена билета – 1000 рублей. Все вырученные деньги переведут на счет ОНО «Содействием» для помощи военнослужащим. Это будут произведения как церемониального назначения, это, соответственно, будет так называемая священная война в начале под вынос боевого знамени. Будет эталонная, как сказать, запись нашего гимна Российской Федерации и, соответственно, гимна Республики Бурятия о родной земле. Есть один номер, не буду раскрывать секреты, в котором будет как бы своего рода смесь русского народного танца и бурятского народного танца. Перед началом концерта в фойе ФСК развернется несколько тематических выставок. Одна из них – всероссийская фотовыставка «Жены героев». На ней представят портреты супруг участников СВО в парадных кителях своих мужей. Возрастное ограничение – 6+. А теперь хорошая новость для всех работающих. На следующей неделе у жителей Бурятии будет всего 2 трудовых дня. Все благодаря праздникам. 21 февраля вся республика отмечает Сагалган. В честь этого 18 февраля на центральном рынке пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Белый месяц». В этом году она также посвящена столетию Буркопсоюза. Свою продукцию представит более 50 местных производителей. Возрастное ограничение 0+. Представлены будут и такие блюда, как, вы знаете, и печень рубашки, и оремок, бузы, деликатесы мясные, колбасы, кровяная колбаса, колбаса с арбином, с печенью, бовы. Конечно же, к ним и рыбная продукция, и кондитерская продукция, и молочная продукция. Ну и, конечно, какой же Сагалган без песен и танцев? 22 февраля там же, на центральном рынке, выступят Сесе Каюшеева, Алина Намсараева и Валико Гаспарян. 21 февраля в 15:00 в ФСК состоится концерт «Амар Манде Саган Хара». А за пару часов до его начала в фойе комплекса развернется праздничная выставка. Поэтому мы всех очень ждем именно в 13:00, где состоится мастер-классы. Также будет конкурс среди зрителей на лучшие благопожелания на бурятском языке. Также будет организована фотозона, живой уголок с кроликом. Поэтому будет очень интересно, завораживающе именно в этот день. Кстати, все, кто придут в национальных костюмах, будут участвовать в розыгрыше призов. Возрастное ограничение 0+. Бузы, хашханок, саламат и другие бурятские блюда совсем скоро украсят столы жителей республики. До праздника Белого месяца осталось всего неделя. Наш корреспондент Екатерина Быкова узнала, чем закупиться к Сагалгану и сколько это будет стоить. Смотрим. Уже через неделю наступит самый почитаемый в Бурятии праздник – Сагалган. В этот день принято накрывать очень богатый стол. Долгое время я жила в другом городе, поэтому какими вкусностями нужно закупаться к празднику, совсем не знаю. Интересуюсь у тебя, как у коренного жителя Бурятии. Скажи, что должно стоять на праздничном столе в Сагалган? Бузы – это самое главное, что должно стоять на столе. Когда как? То есть я когда бузы, когда позы… Зависит от настроения. Молочная продукция, но я больше предпочитаю сладости, которые стоят в Сагалган. Вот это зефирчик, печеньки, конфетки. Хашханок, оремок, урма, чай с молоком. Вареная сметана с маслом, как это называется, я не знаю. Там очень много всего жирного.
Это очень вкусно. Саламат. Саламат. Это выглядит немного странно. Ладно, еще к кровяной колбасе я привык со временем, а к саламату нет. Вот эти внутренности бараньи, ну, это вообще любимое. Привет, мой гастроэнтеролог. С таким списком продуктов мы отправились в ближайший магазин. Большинство бурятских блюд готовят из молочных продуктов, поэтому начнем с них. На семью из 4 человек, я думаю, будет достаточно 2 штучек вот такой 15% сметаны. Насколько я знаю, нам нужен творог, тоже возьмем 2 штучки. В моей семье молоко улетает моментально, поэтому я возьму штучки 3. Ну и какой же праздник без сладостей, тем более некоторые из них используют для подношений, например, зефир. Вообще я жуткая сладкоежка, поэтому конфеточек я возьму побольше. Ну а самым главным блюдом на Сагалган принято считать бузы. Интересно, чем отличаются молоные от рубленых. Впрочем, можно взять все и попробовать все. В обычной кастрюле или сковородке их не приготовишь. Нужна специальная посуда, которой дома у меня нет, поэтому ее тоже нужно купить. Кишки и все остальные животные внутренности я решила не брать, но хочу отметить, что цены на них демократичные. Того, чтобы вкусно отметить праздник Белого месяца, без учета поздницы, мы потратили всего 1500 рублей. Отметим, что ближе к Сагалгану продукты могут и подешеветь. Екатерина Быкова, Баир Дугаров, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. На сегодня это все. Не забудьте вступить в наш телеграм-канал по QR-коду на экране. В студии работала Анастасия Левина. Берегите себя. С Абсолютом готовить легко. Кетчупы Астория и Слобода со скидкой 41% всего за 44 рубля. Абсолют. Гарант низких цен. Компания «Ретрус» оказывает комплексные экологические услуги в области природоохранного законодательства. Составление годовых отчетов по экологии о выбросах вредных веществ в атмосферный воздух, использовании воды, обращение с отходами производства и потребления, а также помощь в оплате за негативное воздействие на окружающую среду и в постановке на госучет. Телефоны для справок на экране. Найти нас вы можете по адресу улица Боевая, 7В. Вашему ребенку нужны очки? В оптике ССЭ большой выбор оправ, которые не ломаются. Очень прочные, безопасные и веселые для любознательных и активных детей. Позаботьтесь о здоровье глаз ваших деток. Я люблю оптику ССЭ!